Уже второй день в Ульяновском торговом центре праздничная атмосфера. Ведь жители города приходят сюда не только за покупками, но и для вручения призов викторины «Любимый город». Подарки торжественно вручают организаторы, ассоциации социально ориентированных некоммерческих организаций и партнеры проекта – благотворительный фонд «Феникс». Мы взаимодействовали с партнерами, которые нам передали ценные подарки, и мы их передаем уже непосредственно победителям, вручаем автомобили. Главные призы второго дня розыгрыша – новые УАЗы – получили две жительницы Ульяновска. Победа для обеих участниц стала настолько неожиданной, что они сначала даже не поверили. Например, Ольга Милашкина, преподаватель Ульяновского института гражданской авиации, подумала, что ее кто-то решил разыграть. То вот я подъехала, действительно воочию увидела, что это так. Ну и, конечно, началось шоковое состояние, такой небольшой мандраж, так скажем. И поэтому, ну, пока улыбка. Далее я не знаю, что со мной будет. Пока только улыбка. Вот, спасибо большое. Все это очень приятно. Второй комплект ключей торжественно вручили регистратору городской поликлиники номер 6 Марии Леменковой. Для нее УАЗ «Патриот» станет семейным авто. К сожалению, водительских прав нету, но у меня муж военнослужащий. На данный момент он находится на СВО, и я думаю, мы дождемся его и будем кататься. Победители викторины определяют каждый день с 16 по 18 марта. Те, кто еще не успел попытать удачу, еще могут сегодня отдать свой буклет волонтерам на избирательных участках или в пунктах приема, адреса которых указаны на сайте любимыйгород73.рф. В течение сегодняшнего дня мы собираем все буклеты, которые люди приносят к ребятам-волонтерам. И вечером состоится финальный этап розыгрыша, где будут разыграны еще 3 автомобиля. И уже новые 3 обладателя получат свои подарки. Уже завтра, в течение дня. Главная цель викторины «Любимый город» – привлечение жителей Ульяновской области к изучению истории родного края. Всего будет разыграно 9 автомобилей УАЗ «Патриот» и 1000 сертификатов на 4000 рублей. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.